Странное благоустройство. В одном из микрорайонов Иркутска неизвестные разобрали снаряжение на баскетбольной площадке. У жителей много вопросов. Их никто не предупреждал о каких-либо работах, поэтому они беспокоятся. В чем причина? Уничтожение скамеек, урны и демонтированных баскетбольных колец. Наша съемочная группа побывала на месте и выяснила, что же там происходит. Распиленная труба, на которой вот крепились вот эти щиты. Одной трубы уже нет. Эти кадры в нашу редакцию прислали обеспокоенные жители иркутского микрорайона Байкальский. В выходные на баскетбольной площадке возле их домов неизвестные разобрали снаряжение. Более того, с корнем вырвали скамейки и урны. Последний факт особенно огорчил пожилых жителей. Скамейки все выкопали. Но пропали не только лавочки. На месте, где раньше стояли опоры для колец, теперь зияют дыры. Сами конструкции исчезли. При этом буквально год назад здесь, по словам жителей, проводили ремонт. Ведь площадка пользуется в микрорайоне большой популярностью. Здесь играют взрослые по вечерам. Летом, по крайней мере, играли. Здесь баскетбол играли подростки, дети. Мамы гуляли с детьми. Хорошая площадка, ровная. Сколько я здесь живу, 11 лет, она всегда здесь была. Недавно ее отремонтировали. Здесь стояли два баскетбольных кольца, лавочки, соответственно, урны все стояли, все вывернуто, и непонятно кем. Была один раз ситуация, что тут хотели занять территорию и начать строительство. Но после того, как петицию собрали по всему Байкальску, то есть это все отменили. Возможно, кто-то покусился на эту территорию. И оказалось, да, планы на эту территорию у администрации Иркутска есть. Скоро здесь начнутся работы по созданию новой современной баскетбольной площадки. Сделать подрядчик ее должен до 17 октября. Заключен муниципальный контракт на благоустройство указанной территории вблизи дома Байкальская 211. Там будет многофункциональная баскетбольная площадка, то есть с покрытием из резинопола, с установкой новых баскетбольных колец. С учетом того, что указанная площадка, которая до этого была, не соответствовала требованиям, то есть там будет расширение. В связи с этим, то есть попадали под снос, грубо говоря, малые архитектурные формы в виде скамеек, урн. Но их снова установят, только будут они расположены чуть дальше, так как площадку расширят на 3-4 метра. Поэтому жители могут не беспокоиться. Правда, подрядчику мэрия уже сделала замечание за то, что вовремя не информировал людей о проведении работ и не разместил баннер. К слову, в следующем году вся эта территория может полностью преобразиться, потому что в планах благоустройства прилегающих волейбольного и футбольного полей. Юлия Шингарюк, Павел Рютин. Новости по будням.